Всем привет, с вами Fancy Something. И наконец-то мою комнату залил солнечный свет, и я побежала снимать для вас видео. Согласитесь, так намного лучше. Сегодня уже четвертое видео из нашей серии DIY. И угадайте, что будет в этой серии. Не догадались? Ладно, скажу. Сегодня мы будем делать чокер. Поступало очень много пожеланий сделать чокер своими руками, но я как-то пропустила всю тенденцию чокеров и ни разу его не надела, потому что мне казалось, что я не выделюсь ничем от других. У всех была вот такая вот ленточка, возможно, был какой-нибудь отличительный камешек или брелочек. Поэтому мне пришла в голову вот такая мысль сделать чокер с кисточками на золотистой цепочке. Мне кажется, что это выглядит изысканно, женственно и необычно. Тем более я его модернизировала. Здесь эластичная лента, которая не будет вас душить и передавливать вам горло. Если вы хотите сделать такой же чокер, а его сделать очень просто, то продолжайте смотреть. Вам понравилось это видео. Я уже успела прогулять этот чокер, ходила в ресторан в нем. Если тебе понравилось это видео и ты ждешь следующие 3 видео, то не забудь подписаться на мой YouTube канал Fancy Something, а также не забудь подписаться на мой Instagram. У меня наконец-то появилась нормальная камера на телефоне, я могу снимать разные фоточки. Ну а мы с вами прощаемся и увидимся завтра. Всех целую, всем пока. YouTube канал. Я как медвежонок.